Spotlight, шестой класс, грамматический справочник, модуль 3, the imperative, повелительное наклонение глаголов. Повелительное наклонение глаголов совпадает с инфинитивом, без частицы to. Sit down, садись, садитесь. Отрицательная форма повелительного наклонения образуется при помощи do not, don't и инфинитива. Do not, don't talk to him. Не разговаривай, не разговаривайте с ним. Повелительное наклонение всегда обращено ко второму лицу единственного или множественного числа. Take your books. Возьми, возьмите свои книги. Повелительное наклонение употребляется, чтобы отдавать приказания. Stop that noise. Прекратите этот шум. Давать указания, инструкции. Cut the paper into pieces. Разрежьте бумагу на две части. Предлагать что-либо. Have some cake. Возьмите кусочек торта. Просить о чем-либо. Мы обычно добавляем слово please в начале или в конце предложения. Be quiet, please. Или please be quiet. Тише, пожалуйста. Глагол can, can't, be able to. Мочь, уметь. Утвердительная форма. I, you, he, she, it, we. They can walk. Отрицательная форма. I, you, he, she, it, we, they can't walk. Вопросительная форма. Can I, you, he, she, it, we, they walk. Краткие ответы. Yes, I, you, he, she, it, we, they can. No, I, you, he, she, it, we, they can't. Глагол can относится к особой группе модальных глаголов. Он не изменяется по лицам и числам, и за ним всегда следует смысловой глагол без частицы to. Can употребляется для того, чтобы показать способность умения. I can sing. Я умею петь. Попросить кого-либо что-либо для нас сделать. Can you open the door, please? Откройте дверь, пожалуйста. Попросить что-либо. Can I have a piece of cake, please? Можно мне кусочек торта? Попросить разрешение сделать что-либо. Can we play on the computer, please? Мы можем поиграть на компьютере. Выразить запрет. Can't. You can't turn left here. Здесь нельзя повернуть налево. Глагол can не употребляется в будущем времени. Вместо него используется выражение be able to. He will be able to ride a bike in 2 months. Он сможет кататься на велосипеде через 2 месяца. Но, чтобы выразить рекомендацию, спросить совета, мы используем глагол should. Should I ride a bike here? Мне можно кататься здесь на велосипеде?